Салам алейкум, парни! Чтобы вы понимали, сегодня я расскажу вам о том, как с помощью обычных промокодов вы сможете полностью прокачать свой аккаунт на Black Russia. Но перед этим я хочу напомнить вам о том, что в прошлом ролике мы разыгрывали 3000 рублей, которые получает вот этот подписчик. А если ты также хочешь получить бабки, то просто подпишись на этот канал, поставь лайк, напиши огромное количество комментариев. Итоги, как всегда, будут в следующем видео. И также не забывайте о том, что сегодня, как всегда, нахожусь на нашей Black Russia, именно на сервере Crimson, так что обязательно заходите, играйте вместе со мной. После захода на данный сервачок вводите промокод хэштег Бестик, который выдаст вам огромное количество бабла на халяву. Короче, ребят, давайте представим ситуацию. Как только вы зашли на нашу Black Russia, на вашем аккаунте имеется всего 200 рублей, вот такой вот скин бомжа, да и вообще ничего нету. Что же нам нужно делать первым делом? Вам не нужно проходить какие-то квесты, блокпассы, потому что это все ни к чему. Сейчас мы просто вводим команду слэш промо, заходим в активировать промокод. Первым делом мы вводим промокод хэштег 18к, с которого вы получаете 4 единицы опыта. Ну а также имеется промокод хэштег June16, который выдает также 4 единицы опыта. После ввода двух этих промокодов на вашем аккаунте уже будет иметься второй уровень, а это значит то, что мы можем вводить уже какие-то более серьезные промокоды. Первым делом обязательно вводите промокод хэштег Бести, который выдаст вам неограниченное количество денег, но мы сейчас не об этом. Сейчас мы вводим промокод хэштег 5к, этот промокод я еще не вводил, и я реально надеюсь на то, что он работает. Мы нажимаем на ввести, сейчас мы надеваем скин, который нам выдали, и это скин вот такого вот Вин Дизеля на 48 часов, мне кажется, этот скин довольно-таки неплохой. После нам выдали картинг, сейчас я отслеживаю его на GPS, и нам нужно будет до него добраться. Я добрался сюда, сейчас я загружаю его на месте парковки. И, блин, ребят, мне реально очень интересно вообще, как будет ездить вот эта тачка. Но еду я уже 60 километров в час. Его максималка это 94, но мы можем сделать и лучше. На самом деле детали на эту тачку стоят ну очень дешево, поэтому мы ставим спорт плюс. И мне сейчас ну очень интересно, как быстро поедет эта тачка. На самом деле уже ощущается то, что картинг стал быстрее. Сейчас я нажимаю тапку в пол. Я думаю, 150 он поедет спокойно. А нет, ребят, 128. Ну, в принципе, также неплохо. Давайте воткнем сюда вот такие диски. Покрасим их в белый цвет. Короче, в итоге у меня получился вот такой вот стильный картинг. Честно говоря, я бы хотел иметь себе такую тачку. Но мы сейчас, ребят, не об этом. Самое интересное это то, что нам дали скидку 50% на любой товар из магазина. Давайте ведем команду слэш донейт, после этого зайдем в транспорт премиум, и я лесну в самый-самый-самый конец. Нажмем на смотреть, купить. И почему ее нету? Да, ребят, конечно, это полный облом, потому что скидка действует только на вот этот Hyundai, который продают нам за 207 Black Coins. Ну ладно, давайте купим эту машину. Сейчас я забираю эту тачку, вот таким вот образом она выглядит. Сейчас я просто перекрашу ее в белый цвет, и сейчас я залетаю на БУ рынок. В итоге мне удалось продать этот Солярис за 460 тысяч. Но сейчас я уже зашел на Black Russia, чтобы понимали, прошло целых 2 дня, и на данный момент число 1 сентября. А зашел я для того, чтобы ввести промокод хэштег сменка. Нажимаем на ввести, и данного промокода не существует. Что? Оказывается, этот промокод заменили на хэштег пенал. Нажимаем на ввести. Нам выдали целых 4 скина, а именно это Рикардо Милос, вот такой вот школьник, Харли Квинн, ну а также террорист из Counter-Strike. Но, ребят, это еще не все. Также нам выдали вот такую вот тачку из стандартной GTA-шки. И, ребят, едет она 158 километров в час. Также нам выдали вот такую вот Ламбу Хуракан, но я думаю, вы знаете, что это за машина. Помимо этого, нам выдали вот такой вот Porsche Taycan Turbo S, но, ребят, это также еще не все. Последняя тачка, это вот такая вот воздушная подушка, и я уверен в том, что сейчас вы от нее офигеете. На этой тачке вы просто можете взять и кататься по нашему
нашему морю, ну точнее плавать. Ну а самое крутое это то, ребят, то что на этой воздушной подушке вы можете летать как на каком-то самолете или вертолете. Вы просто посмотрите, она реально летает. Сейчас я решил зайти на свой второй аккаунт для того, чтобы тут также ввести промокод хэштег пенал и с него получить те же самые призы. Чтобы вы понимали, ребят, сделал я это для того, чтобы проверить один интересный баг, а именно, если я заброшу данный аккаунт на неделю, то все эти призы должны достаться мне навсегда.